прокатиться с ветерком не получится на льду парка Пушкина. Из-за погодных условий его закроют в субботу, 6 февраля. Пока только на один день. По прогнозам синоптиков, завтра в Челябинске ожидается до 3 градусов тепла. Но уже в ночь на воскресенье похолодает до минус 17. Впрочем, температурные качели не смогут спасти другой знаковый объект – ледовый городок на площади Революции. Доступ в него закрыт уже больше недели. На площадке демонтируют большую горку и ряд скульптур. На фоне оттепели они стали опасны для отдыхающих. Вновь открыть городок для прогулок обещают в это воскресенье.